Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Garmin Forerunner 645 можно изменить тайм-аут экрана. Как мы это будем делать? Заходим в настройки. Далее. Заходим в пункт «Система». Нажимаем «Подсветка». Не во время занятия. Тайм-аут и выбираем время. Можем выбрать то, что нам нравится. Выбираем, после чего можем выходить. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!